Итак, всем привет, приветствую вас на нашем канале. Сейчас видео для нашего канала, это, можно сказать, Let's Play по новой игре, потому что я решил не проходить мимо этой потрясающей игры, я ее уже успел заценить. Это игра Altus Adventure, которая вот совсем недавно появилась на Google Market и, наверное, на iOS в магазине App Store. Не знаю точно, я не проверял. Я сейчас хочу показать вам ее. Я уже пробовал, конечно. Вот такое прекрасное, прекрасная какая-то альпийская деревня. Хотя какая альпийская деревня? Откуда в Альпах ламы? Короче, это Тибет. Будем считать так. Суть игры — возвращать лам домой. То есть вот они от вас по склону убегают, а вы их обратно возвращаете. В игре потрясающий саундтрек, потрясающая картинка, потрясающий геймплей. Я чуть не врезался в камень. Вот опять, видите, у меня очень много камней. Оп, собрали ламу, собрали золотые монетки. И также запрыгивайте на флажки для того, чтобы совершать всякие трюки и прыжочки. Я приземлился прямо на ламу. Это не так плохо, как кажется. Также нужно постоянно избегать камней, потому что если вы врезаетесь в камень, соответственно, игра заканчивается. На самом деле, много игр подобного вида. Вы видели, лама за мной прыгнула. Она такая: «О, ой, Кирилл, Кирилл, а!» И все. Я, кстати, уже играл в эту игру несколько раз и знаю, что здесь постоянно меняется погода. Не только день, ночь, вечер и утро, а также еще и погода. То есть действительно очень красивая игра. И с каждым новым трюком вам добавляется еще. Это был камень. Ладно, бывает. Еще раз. Я думаю, сейчас мы выполним задание прокатиться ночью, потому что несколько таких падений уже будет ночью. Так. Давайте сальто сделаем ни с того ни с сего, чтобы заработать себе шар по длине. Оп, перепрыгнуть через камень. Это тоже камень, кстати. Тоже камень. Для игры вам потребуется, в принципе, всего лишь один палец. Там, большой, ну или какой вам удобнее. Потому что управление здесь совершенно простое, ничего сложного. Вы видите, какие вещи я вытворяю, а? Посмотрите, какой у меня уже шарф. Это же потрясающе. Камень, осторожно. И судя по всему, если вы не прыгаете, то шарф уменьшается со временем. То есть нужно постоянно поддерживать себя в таком спортивном состоянии. Я чувствую, сейчас у меня шар будет очень длинный, когда я приземлюсь. Посмотрите, какой шар. И перо, я лечу. Я лечу. Я не могу разбиться в этот момент. Ой-ой-ой-ой. Ребят, честно признаюсь, я никогда не долетал так далеко. Прямо на ламу. В этом ничего плохого нет. Это, наверное, сейчас не успею докрутить. Успел? Докрутился. Ребят, честно, я такого еще никогда не вытворял. Пожалуйста, приземлись. Это так обидно. Это так обидно. Посмотрим видео. Давайте продолжим. Еще, наверное, один заезд, и все. В принципе, я думаю, я вам все показал в этой игре. Примерно понятно, что она из себя представляет. Действительно, это очень интересно, и... И опять же говорю, красивая игра, что немаловажно. Приятно в такую игру играть. Чем-то, возможно, это напоминает какой-то Temple Run, может быть. Примерно такая же тематика. Примерно, повторюсь. Не совсем одно и то же. Что там было? Вы видели, он бился два раза головой обо что-то? Я не знаю, что это. Сальто? Оказывается, можно приземляться на камни. Нет, так нельзя на камни приземляться. Ну, собственно, вот так мы, наверное, и закончим это видео. Я всем вам советую скачать эту красивую игру, поиграть в нее, понаслаждаться ей. И, конечно же, лайкайте это видео, пишите комментарии, ваше мнение об этой игре. Делитесь своими результатами.